Здравствуйте, с вами Елена Шарапова. У нас сегодня пятое занятие. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено укреплению мышц паравертебрального корсета. Это значит, мы будем укреплять мышцы живота, мышцы спины, а также боковые мышцы корпуса. Все эти мышцы поддерживают позвоночник в здоровом состоянии. Начнем с позы ребенка. В конце предыдущего занятия мы закончили на этой позе. Колени чуть шире таза. Ягодицы приближаем к пяткам. Руками вытягиваемся вперед, опускаем лоб в пол. Дальше поднимаем взгляд вперед. Расправляем ладони, так же, как мы делали в позе собака мордой вниз. Сейчас еще раз сделаем позу собака мордой вниз. Средние пальцы параллельно, остальные пальцы широко разведены в стороны. Поза ребенка, в которой мы сейчас находимся, поможет нам правильно отмерить расстояние между ладонями и стопами. Мы поднимаем таз, сводим колени поуже, стопы пошире. Но расстояние между стопами и ладонями не меняем, так же, как в позе ребенка. И на выдохе отрываем колени, вытягиваемся, поза собака мордой вниз. Стараемся максимально вытянуть позвоночник. Если вес уходит в руки, колени можно слегка согнуть. Плечевые суставы пробуем разворачивать наружу, раздвигая лопатки. Из этого положения разворачиваем стопы влево. Правая рука смещается напротив стоп. Левая рука вверх. Поза васиштасана укрепляет боковые мышцы корпуса. Если это положение кажется тяжелым, то его можно сделать, опустив правое колено. На выдохе опускаем руки, собака мордой вниз. Дальше высокий упор, Урдхва Чатуранга Дандасана. Кто может, сгибаем руки в локтях, Чатуранга Дандасана. И затем ложимся на живот. Стопы на ширине таза. Руки выводим вперед. Пальцами друг на друга. Приподняв грудную клетку, мы нижние ребра вытягиваем вперед, больше расправляя грудную клетку. И затем поднимаем ладони к плечам. Шалабхасана, поза саранчи. Укрепляет верхние мышцы спины. Теперь сделаем несколько динамических упражнений на укрепление мышц спины. Приподнимаем ноги, стопы направляем на себя. На вдохе приподнимаемся чуть выше, приподнимаем подбородок. На выдохе вытягиваемся параллельно полу, но на пол не опускаемся. Вдох, ладони к плечам, стопы на себя. Выдох параллельно полу. Вдох, вынырнули, ладони к плечам. Выдох параллельно полу. Вдох, ладони к плечам, стопы на себя. Выдох, нырнули, параллельно полу. Еще три раза. Вдох, ладони к плечам. Выдох параллельно полу. Вдох, ладони к плечам. Выдох параллельно полу. Вдох, ладони к плечам, выдох параллельно полу, вдох, ладони к плечам, опускаем ножки, опускаем ладони, и на выдохе поза ребенка, отдыхаем в позе ребенка, сбрасываем напряжение с ладони, с предплечья, плечевого пояса. Посмотрели вперед, поставили ладони, как для позы собака мордой вниз, средние пальцы параллельно. Приподнимаемся, чуть колени уже, стопы чуть шире. Выдох, собака мордой вниз.
Руками толкаем вагончик, таз назад и вверх. Стараемся сделать спину гладкой, длинной и широкой. Присогнули колени, посмотрели вперед. На вдохе легкий прыжок к ладоням. Садимся. Вытягиваем ноги. Ладони помещаем за ягодицы, пальцами вперед. На вдохе поднимаем таз вверх. Отталкиваясь пятками, выше поднимаем таз. Отталкиваясь ладонями, выше поднимаем область между лопаток. Если это положение кажется тяжелым, то можно согнуть ноги, поставить пятки под коленки. Не роняем голову, это приводит к защемлению нервов в шейном отделе. Да? Шея продолжает вытягиваться вслед за линией позвоночника. И на выдохе опускаем таз. Подтягиваем к себе бедра. Следующая поза – поза лодки, навасана. Держась за бедра, делаем угол между спиной и бедрами 90 градусов. Оттолкнувшись тазом от пола, вытягиваем спину, спина ровная. Отрываем руки и удерживаем это положение, не позволяя нижней части спины скругляться. Постоянно отталкиваемся тазом, макушкой тянемся назад и вверх. Опускаем стопы. Руками беремся за стопы. Расстояние между пятками и тазом где-то сантиметров 50-60. И компенсация для спины. Лицом приближаемся к стопам. Если получается, опускаем локти. Спина может быть немного круглой. Опускаем голову и расслабляемся в этом положении. На этом пятое занятие закончено. Жду вас на следующей неделе.